Активную молодежь наградили в Жезказгане. Им вручили премию «Улар». Все победители внесли значительный вклад в развитие города. Их заслуги сразу по 10 номинациям отметили специальными дипломами и подарками. Они проявили себя в разных сферах и не остались незамеченными. Премию учредили специально для повышения активной гражданской позиции работающей, студенческой и учащейся молодежи. Местные власти задумались над тем, чтобы сделать Жезказган городом привлекательным для молодых и активных. Первый приз получил награду с тех пор, как мы стали областью. Это большой стимул в нашей дальнейшей работе. Много хорошего хочется сделать. Не будем ограничиваться этим. Мы собираемся организовать такой конкурс среди молодых предпринимателей в сфере образования, медицины, общественного питания. Приглашаем молодежь в Улутаускую область. Мы готовы создать для них все условия.